Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Fismart.ru, и сегодня мы запускаем конкурс. Конкурс очень простой. На столе находится 5 предметов, назначение которых сразу я вам рассказывать не буду. Ваша задача — догадаться, для чего они используются у вас в быту, и написать это в комментариях. Тот, кто первым правильно ответит, для чего используются все эти предметы, получит приз от компании Fismart.ru. Так, коротко покажу вам. Вот этот шар, производитель Гузини, на всякий случай. Можете искать в Google. Вот этот ёршик. Да, ёршик. Производитель Титис. Вот эти, я не знаю, что это, металлические штуки. Вот они, металлические штуковины. А, вот этот динозавр, тяжелый. И вот этот зеленый предмет. Итак, для чего в обиходе используются эти предметы? Время пошло, отгадывайте.